Хе-хей, всем привет, я квашеная Саша. Это я пробую новое приветствие. Раньше я говорила: «Хей, всем привет, я Капустина Саша, а?» Ну, вы уже поняли, да, чем мы будем с вами заниматься? Кое-чем интересненьким. Сколько я себя помню, я помню мем про 3 сентября. Я календарь переверну, и снова 3 сентября. И сейчас, кажется, стало модным, да, переделывать песни под шансон. И, о май гад, это звучит круто. Ее бокал полон и все, она скрывает свое лицо. И я подумала, а что будет, если сделать наоборот? Из шансона в попсу. Не проверишь, не узнаешь. Я просто полдня искала подходящий биточек, попробовала под него спеть, и о май гад, вы сейчас услышите этот шедевр. Но секундочку, я должна вам сказать кое-что, о чем вы забудете, если я им скажу. Вот вы когда посмотрите мой клипец, я там такой клипец забабахала, о май гад. Так вот, вы когда его досмотрите, вы, пожалуйста, решите, пальчик вверх или пальчик вниз. А вдруг будет пальчик вниз? Итак, Михаил Шуфутинский, 3 сентября, поп-версия. Я календарь переверну, и снова 3 сентября, но фото я твое взгляну. И снова 3 сентября. Ну почему расстаться все же нам пришлось? Ведь было все у нас всерьез 2 сентября. Ну почему расстаться все же нам пришлось? Ведь было все у нас всерьез 2. Все не то, все не так. Ты мой друг, я твой враг. Как же так все у нас? Почему расстаться все же нам пришлось? Ведь было все у нас всерьез 2. Журавлей, белый клин, твоя дочь и мой сын. Все хотят теплоты и ласки. Мы в любовь, как в игру, на холодном ветру поиграли с тобой. Но пришел сам собой 3 сентября, день прощаний, день, когда горят костры рябин, как костры горят обещаний, в день, когда ты совсем один. Я календарь переверну, и снова 3 сентября, на фото я твое взгляну. И снова 3 сентября. Ну почему расстаться все же нам пришлось? Ведь было все у нас всерьез 2 сентября. Я календарь переверну, и снова 3 сентября, на фото я твое взгляну. И снова 3 сентября. Ну почему расстаться все же нам пришлось? Ведь было все у нас всерьез 2 Рассказывайте. Добавили бы в свой плейлист? Признавайтесь. Я пока это все записывала, а мне еще монтировать это сейчас надо. Мне эта песня так засела в голову. О май гад. Буду ждать ваши комментарии, как Хатика, потому что мне очень интересно ваше мнение узнать. А, и вы, кстати, уже определились, пальчик вверх или пальчик вниз? Вот
интересно, на протяжении всей записи слышно вообще, что я болею, да? Слышно этот вот мой говор в нос? Я и пела так, наверное. Или вы бы даже не заметили, если бы я сейчас тут сказала? Ну, ладушки, квашеная Саша с вами прощается. Я ухожу, но ненадолго, вернусь с новым видосом. Так что подписывайтесь, чтобы не потеряться. Ставьте свой палец и пока-пока. Я календарь переверну, и снова 3 сентября. Видосик этот посмотрю и пальчик вверх ему поставлю.